Да, странное место, куда я попал. Что это? О, черный! Да ты что, зомби что ли стал? Хе, а еще убить меня хотел. И что теперь ты мне сделаешь, разлагающийся труп? Ну, я лучше пойду, ладно, окей? Я пошел. Только злобных мертвецов мне тут не хватало. Блин. Черт возьми, тупик. Слушай, я, конечно, понимаю, что ты на меня злишься, хотя не знаю за что. Ну, это же ты пытался меня убить, а не я тебя. Но если мы будем работать вместе, то мы, возможно, мы сможем выбраться отсюда как-нибудь, я не знаю. Возможно, есть выход. И тогда мы найдем это Херобрина, и, возможно, он сделает тебя снова нормальным. По рукам? Ух, хоть с этим разобрался. Теперь надо подумать, как все как-то растворяется. Что-то проявляется. Что это? Не может быть! Херобрин! Мои поиски окончены, так что ты хочешь знать? У меня к тебе много вопросов, но один меня беспокоит больше всех. Откуда взялся второй черный и второй я? Дело в том, что пещера, в которую мы вошли, соединяет несколько параллельных измерений. И благодаря этому в ней так много алмаз. И вся эта сила обрушилась на черного и на параллельного тебя, сделав вас жадными маньяками, пытающимися убить друг друга. Вообще, если вы его увидели, я мог вас закрыть эту вещь. Для этого я забрал душу черного из нашего измерения. Но было уже поздно. Двое альтернатив не попали в наш мир. Хотя я уже не уверен, наш ли это мир. Но тогда зачем ты заманил меня в эту пещеру? Еще и мой дом взорвал. Ты что, потому что крепом свечи из рук Евгения стоял? Вот он и рванул, а я знал, что он заберет смотрим мы из тебя и сломал. Но кроме пещеры ничего не было. Я сам не знал, что это портал в другие миры. А, ну точно, блин, у меня же динамит рядом стоял с печкой. Точно, вот он и взорвался. И что теперь ты будешь делать? Ничего, думай. Ничего. Ох-ох-ох, моя башка. А, где я? Что за? Надо раскапываться. Видимо, меня завалило где-то. Так. Пока я был в отключке, мне снился странный сон. Ну и черт с ним.